кого вы ждали так долго. Let's get a Как дела? Хочу вас спросить. У нас все нормально. Особенно после вчерашнего вечера. Что было вчера сложно, что-то? Был сложный день вчера? Да нет, не особенно. Сложно в том смысле. Это второй раз мы выступали. Но нам понравилось. Ну, пару ошибок сделали, как обычно бывает. Ошибки, ну, во время танцев что-то там слажали. Это все делают, но ничего, будет все нормально. Мы надеемся, что все, кто были на концерте, не заметили наших ошибок. Как концерт в Москве? Вы этого ждали? Хороший успех? А в Питере? То же самое, понравилось. Нас хорошо принимали. Вообще, русские хорошо нас принимают. Вы думали, что русские будут именно так принимать, что вас так любят? Вы ожидали этого? Нет, не ожидали. Когда мы приехали сюда, я даже не знаю, если нас здесь вообще знали, а вдруг увидели всякие постеры, афиши, и все были возбуждены. Большое спасибо всем нашим поклонникам, то, что к нам так хорошо отнеслись и хотим вернуться. Много лет назад вы здесь были уже, или как что здесь было? Вы были здесь, да? Прошло теперь время, вы заметили, что какие-то перемены произошли? Да, это было 4-5 лет назад, и я обратил внимание, что русские стали веселее, больше людей улыбаются. 4-5 лет назад я не помню, чтобы вообще видел кого-то, чтобы кто-то вообще улыбался. Мы хотим вас попросить, чтобы вы представились. С меня начинать. Привет, я Скотт. Привет, я Ричи. Я Джей. Мы five. You're five, really. Да-да, one, вы two, five. Ну, раз, два, три, четыре, пять. Да, все правильно. А почему ты все время молчишь? Потому что каждый раз он открывает рот, какая-то сыпется помойка. Да нет, я просто пытаюсь расслабиться. Вообще бывают дни, когда меня не заткнешь. Поэтому тебе так холодно сегодня, я смотрю. Да, я просто не успел раздеться. Мне кажется, наши зрители хотели бы кое-что узнать о вас. Например, у кого-то есть девушки, girlfriends и все такое. Да, у меня есть girlfriend, девушка. У меня тоже. Если хотите про меня что-то знать, у меня две собаки, Киви и Банана. Они даже могут петь песню из фильма «Adam's Family». Они бегают по квартире. Ну и также они очень много гадят. А сейчас передаю микрофон, как бы. Да-да, у меня есть девушка. Что могу про себя сказать? У меня есть тоже собачка маленькая. Очень хорошая собачка, да. Я Джей. У меня пока девушки нету. Да, но он ищет. Да, я всегда ищу. Я самый старый в этой команде. Мне скоро будет в июне 24 года. Ну, не особенно я жду этого дня. Я и всех тут держу дисциплину, я также стираю. Ну, в общем, короче говоря, мне достается от всех остальных, из-за того, что я самый старый, мне приносят пищу, в общем. У меня есть сестра, ей 5 лет. Отец, мать у меня есть. Я жил в Германии, в Канаде. Отец там служил. И, в общем-то, вот вся моя жизнь до того, как я пришел в эту группу. У меня была своя студия, я писал музыку, сочинял. Я люблю музыку и люблю женщин. И сейчас дальше. У меня нету девушки.
Я холостяк. У меня есть, кажется, кошка. Сестра есть, маленькая сестра есть. И маленький братик есть. И вообще я счастливый. Это очень хорошо. А я забыл сказать кое-что про себя. Моего отца зовут Мика. О, не начинай. У меня также есть тетя. И я люблю свою работу. Так, ладно, все, хватит наезжать на меня. У тебя был шанс все рассказать про себя? Так, в какую камеру мы работаем? Скотт – самый скучный член нашей группы. Почему мы такие сегодня очень-то тихенькие? Потому что...